Привет, привет, девчоночки! В этом видео МК я буду использовать материалы от Виктории Авдеевой. Ссылочку на них вы можете получить под видео. Я буду использовать гель-краску белую, черную, вот такие неоновые цвета гель-лаков. И на палитру, нанеся нужные мне цвета, я их разбавила с финишем без липкого слоя. Поверхность гипса покрываем базовым камуфляжным цветом. Вот такой вот красивый. И черной гель-краской рисую контуры моего будущего цветочка. Дизайн такой у нас будет фантазийный. Абстракция, не абстракция, цветочек, не цветочек. Но очень яркий и красивый. Очень легкий в исполнении. Если вы будете все правильно повторять, у вас получится точно так, как у меня. Ну, а также вы можете фантазировать, включая различные цвета в работу, делая какие-то свои элементы. Это может быть и крыло бабочки, это может быть и какие-то листики, цветочки. Ну, все вот можно применить по такому способу, как я вам показываю. Отрисовав контур цветочка, мы отправляем на просушечку в лампу. Подготовили нашу черную смесь. Помним, смешали черный гель-лак с финишем без липкого слоя. И я прокладываю такие пятнышки, которые у меня будут символизировать теневые участки. То есть сильно не заморачиваемся, где там свет, где там тень. Вот как чувствуете, так и делайте. После просушечки делаю то же самое с белым цветом. Те места, где у меня будут заполнены белой смесью, там у меня будет мой гель-лак розового цвета смотреться гораздо ярче. Потому я его и наношу. Ну и также оставляю участки не прокрашенные. Хотите, чтобы было все ярко, делайте основу полностью белую. Хотите, чтобы было больше нюансов, можете располагать какими-то пятнышками. Никаких законов нету, никаких вот так и больше никак. Фантазируйте, экспериментируйте, пробуйте. Я вам даю как бы такую вот идейку. У клиентов безумным восторгом пользуется вот такой черно-белый вариант. Ну и вот я пошла уже раскрашивать. Беру опять-таки смесь розового гель-лака с финишем без липкого слоя. И вот так все прокрашиваю. Кое-где оставляю маленькие-маленькие непрокрашенные белые пятнышки. Для чего вы потом увидите. И вот так смело закрашиваю, не вырисовывая какие-то там участки. Там, где был белый, там будет ярче свет. Вот видите, там, где она по камуфляжу, он чуть приглушеннее. И отправляем в лампу. Дальше работаем фиолетовым цветом. Я ставлю фиолетовый в те места, где у меня изначально были проложены черным гель-лаком участки. Этим я добавляю глубины в мои тени. Кисточкой лучше для тушевки пользоваться натуралкой.
потому что синтетика не дает того эффекта, который дает натуральная кисть. Я предпочитаю кисти Рублев серия 10.0. В ней есть все и тонкие, с коротким ворсом, и синтетические, и натуральные, на любой вкус, на любой размер. Серия 10.0 мне очень нравится. И после просушечки этого цвета начинаем работать желтым неоном. Желтый неон, попадая на розовый цвет, дает вот такой шикарный оранжевый оттенок. А вот в тех местах, где я оставляла белые окошки, он будет чистым, вот таким вот лимонным ярким. То есть, по желанию, этот дизайн можно сделать более сдержанным, не используя желтый. Желтый, конечно, придает больше такой яркости и элитности. Вот мы проложили все основные цвета. По желанию можно добавить золото, серебро, ну какую-то блескучую гель-красочку. Я взяла золотишко и кое-где прокрасила какое-то окошко, продублировала какую-то линию. И после того, как золотишко я просушила, перекроем все финишным покрытием. Вы можете в дизайне на клиенте использовать и оформлять как один пальчик на руке, два пальчика на руке, либо полностью все 10. Будет и так правильно и красиво, и во втором варианте. Вот, пожалуйста, такой другой вариант, но с золотой рамочкой по всему периметру. Перекрываем все финишем. И уже прорисовочку белой гель-краской я буду делать по финишному покрытию. У нас белая гель-красочка, которая не перекрывается финишем и хорошо себя ведет в верхнем дизайне. Финиш от Victorio супер блестящий. Блеск свой сохраняет на протяжении всех 3 недель носки. Здесь я взяла другую кисточку. Это супер тонкая кисточка. В ней буквально пару-тройку ворсинок, что позволяет делать очень-очень тонкую прорисовочку. Можно прорисовку сделать в каких-то наивысших точках, подчеркнуть какие-то соединительные элементы. Можно прорисовать дополнительные какие-то там прожилочки. Но не увлекайтесь, не перегружайте ваш дизайн белыми линиями. Серединку можно оформить, украсив ее стразиками. Но это уже на любителя. Кто любит камешки? Forever, вперед! Чем больше, тем лучше. Кто не любит, получит такой вот яркий, летний, интересный дизайн. Можно остановиться на таком варианте. Огонь! Просто огонь! А можно украсить стразами. И еще жарче стало. Ну и вот наша идейка, воплощенная в жизнь. Пользуйтесь, радуйте своих клиентов.